Oh, summer. It sounds good right now after what we just experienced, doesn't it? Нурса, а тебе вообще какие девушки нравятся? Ну, такие, чтобы могли со мной в приставку порубиться. Ну, гол тогда фифу поиграем. Ну, такие, чтобы еще могли со мной на районе футбол погонять. Ну, вставай в ворота. Девушка еще должна разбираться в UFC, например, знать Макгрегора. В смысле? За Хабиба надо болеть. It's Хабиб тайм. Мой цвет настроения, чёрт. Цвет настроения, чёрт. Алло. Да, это я заказывал цветы на дом для девушки. Хорошо, жду. Угу. Алло. Да, это я бронировал место на 8 часов. Да, я собираюсь сделать девушке предложение. Я согласна, я согласна! Эй, кызым, берги. Иди сюда, садись. Да, пап. Чё, рассказывай давай, кызым. Чё там у тебя парень есть или там бойфренд там? Калай, ты там? Нет, пап, я же знаю, как ты к этому относишься. Слышу же я, как вы с мамой там шушукаетесь постоянно. Мне же тоже интересно, тоже хочу знать. Ай. Ну ладно, есть один друг, знакомый. Эй, какой парень? Мама в твоем возрасте сидела дома и уроки учила. Уроки учила. Пап, вообще-то мама в моем возрасте уже меня родила. Угу. Да? Сейчас молодежь стала злая какая-то, хитрая. Вот эти всякие переписки там непонятные. Какой у него логин в Инстаграме? Скажи. Секси-бой, но не твой. 3 семерки. А? Ну давай, братан, начинай. Что начинай? Ну мы собрались. В Турцию мы едем. В Турцию, значит, едешь, да? Может, еду, а может и нет. Как нет, мы билеты уже купили. Билеты, значит. Кто это мы? Ну, я, Нурсик, Абайский и Дауль. Все холостые, да? Ну, я не холост. Ну, хорошо, давай поедем. Хорошо, давай поедем. Так ты же один билет купил. Ну, ты поедешь, она и поедет. Пойду пока вещи тебе соберу. Доча, ты куда пошла? На линейку, в школу. Вот так? Ты, кажется, вообще выросла уже с этой юбки. Давай, знаешь что? Сейчас мамин шкаф открывай, сейчас найдем тебе что-нибудь там. Вот, кызым, теперь совсем другое дело. Самая красивая у меня теперь. Акис не стивши, да? Мам, пап, я из рождения к подруге. Хорошо, доча. Тогда каждые 10 минут пиши мне смс-ку. Каждые 30 минут, чтобы по фейстайму меня звонила. Со всякими там, чтобы не общалась. И вообще, чтобы к 7 уже дома была. Понятно? Все. Ну, мам, в 7 только начинается все. Пап, скажи. Паравер, кузов. Главное, чтобы часов 10 уже дома была. Давай, капчер, чайно. Как дела, детка? Подвести тебя? Какой симпатичный парень, а какие усики. Сладкие. Привет, детка. Прокатить тебя? Фу, что за трещи эти мерзкие усы? Поехали со мной, я покажу тебе город. Какой галантный, стильный, с таким хоть на край света. Сладкий мишка. Ну привет. Поехали со мной. Хочу тебя на своей ласточке. Он серьезно? Его даже от костюма спасает. Лети на своей ласточке без меня. Так, ты почему не пошел в школу? Мам, у нас первым физра, потом классный час, и у меня что-то еще голова так болит, мам, блин. Ладно, хорошо. Когда собрание у вас? Собрание? Блин, мам, собрание скоро, но зачем тебе на него ходить? Вот ты постоянно за всех переживаешь, ну пожалей ты себя. Никто не придет, как всегда же, мам. Угу, понятно. Ну-ка, покажи-ка мне свой дневник. Дневник? А, сейчас, вот. А что там как будто страницу вырвали, м?
А тут вместо пятерки Любина Федоровна четверку случайно поставила, потом сама листочек вырвала и сама исправила оценку на пятерку, вот. Так, ладно, больше не буду грузить тебя этими вопросами. Я же могу благодаря цифровизации посмотреть все это онлайн. Твои оценки, твои собрания, твои уроки. Так что, ладно, отдыхай сегодня. Нурсултан, а ты знал, что век на Нептуне длится 40 лет? Нет, нифига себе. А ты знал, что около половины населения Земли никогда не видели снега? Ну, разве что на фото. Нет, не знал. А ты знал, что Эйфелеву башню красят заново каждые 7 лет? Понятно. А ты знал, что Чарли Чаплин занял 3-е место в конкурсе двойников Чарли Чаплина? Что? Оставит меня? А ты знал, что коала спит от 18 до 22 часов в сутки? Хорошо. Насколько становится тяжелее Земля за сутки? Сири. На 400 тонн каждые сутки. Смотри, какой красивый парень. Вау! Он смотрит. Так, режим свет включен. Ты видел? Он отвернулся от нас. Да как ты... Фастфуд, что ли, заказать? Да, точно. Какая классная сумочка. Хочу. Так, что бы еще тут присмотреть? О, вот эти босоножки. О, эта красная сумочка тоже ничего. Заказать. Так, ну и для Ешки можно тут заказать постельное белье. О, и пару мягких игрушек. Так, а еще вот эти туфельки. И вот этот черный рюкзак тоже. Да, думаю, на сегодня хватит. О, ничего себе ты здесь накупила. Так, стоп. А чем ты расплачивалась? Твоей карточкой. Мадина! Папа свой старый телефон дал, а себе новый купил. Вау, классно. А поставь свою любимую песню. Вот это. О, ребята, всем привет. Привет, бро. Блин, скинь мне эту музыку по айпорту, пожалуйста. Так, ну она 6 мегабайт весит. У тебя есть столько? Блин, а есть чуть полегче? Так, вот это есть. Скажи, красавица, чего не нравится? Вот, давай мне вот это скинь, пожалуйста. Угу. Сейчас. Ага, подожди, поближе сделай соединение, что-то нету. Ага, давай. Эй, ребят, а мне что, им скинете? Мне тоже скиньте? Да у тебя ни их порта, ни блютуза нету, куда тебе скидывать-то? У тебя телефон кирпич. Время без 15:06. Блин. Так, заказать бургер и пиццу, колу. Холидей. Успела. Дорогая, время уже 6, может быть, поедем поужинаем? Ты чё, я после 6 не ем? Так, фотоотчёт для мамы. Фоткаем, улыбайся. Почему у тебя магнат, а у меня обычный стаканчик? Потому что я старше, давай улыбайся. Скажи спасибо, что вообще купила. И мама, сфоткаемся, фотоотчет. Не хочу. Я сказала, сфоткаемся. Нормально ли тебе сделал, улыбнись. Нормально, улыбнись. Рожься, давай посмотрим. Сядь на карусельку, сфоткаю. Ну, нож для маленьких. Давай сфоткаю. О, братишка, подойди сюда. Телефон есть, позвонить надо. Че смотришь, иди, потом отдам. First blood, double kill. Ульту, я на миде фраги собираю. Не тупи, блин. Братан, короче, сперва набухаемся, потом в клуб поедем. Как, почему? Ты же знаешь, там алкоголь дорогой. Все, давай.